Урок 30, и темой этого урока будет буква «Нун». Давайте напишем ее вместе. «Нун» по своей форме напоминает глубокую тарелку. Давайте еще раз. «Нун». Если вы заметили, то буква «Нун» похожа на другие буквы. Давайте их напишем. Буква «Б». Буква «Т». И буква «Ф». Они похожи в написании и отличаются тем, что буквы «Б», «Т» и «Ф» располагаются над строкой, а у буквы «Нун» основная часть уходит ниже строки. Теперь давайте вместе произнесем букву «Нун». «Нун», «Нун», «Нун». Буква «Нун» – мягкая буква. «Нун». Потренируйтесь самостоятельно.